Мешок насос с переходником. Покрафт сделан из ТПУ. Достаточно нежный, на мой взгляд, материал. Хотя кое-кто со мной не согласится. Да. Но я старый байдарочник, я привык накачивать огромные ватеры-трешки до звона. Тут так нельзя. Он может просто лопнуть. Это еще одну фобию в мою копилку походную. Да. Что делать? Есть три варианта накачивания покрафта. Первый – это ртом. Ну, у меня двушка с 30-ми баллонами, и это последнее, что я хотел бы сделать, это каждый раз накачивать ее ртом. Но это работает. Второе, самое удобное, это электронасос. Вот у нас сейчас тут несколько покрафтов есть, и все они накачаны электронасосом. Но есть нюанс. Да, спасибо, электронасос. У фирмы Time Trial клапан стоит лепестковый, собственного производства. И в стандартной комплектации электронасоса наверняка не будет входить переходник на этот клапан. Я выбрал третий вариант. Это мешок-насос. Весит он 175 граммов. Ничего себе. Насос. Мешок-насос. Он у Time Trial достаточно компактный, но меньше не складывается внутри, потому что палочки. Принцип работы следующий. У него на дне есть посадочное место на клапан. Такое с отверстием. И, соответственно, есть вот этот лепестковый клапан. Надевается посадочное место насоса, мешка насоса, соответственно, вот так на клапан. Изнутри поправляется. Вот оно. И дальше берется вот эта гайка, которую Time Trial напечатали для того, чтобы фиксировать мешок, чтобы он никуда не убежал. Можно делать это без нее, можно с ним, ну, как бы с этим, наверное, поудобнее. Вот, она так накручивается, и дальше насос, ну, как бы никуда не девается. И принцип работы с этим насосом самый удобный из того, что я видел на рынке. Вот, он, в принципе, очень хороший насос получился. Здесь есть две палочки, держится руками за них. Палочка сворачивается к себе, одна и вторая. И получается, что мешок у тебя сразу закрыт, и ты можешь вот так его надувать, сворачивая за эти палки. Соответственно, воздух в мешок попадает также достаточно удобно. Ты за эти палки его раскрыл, и он у тебя уже полностью набрал весь нужный объем. Круто. И повторяешь, собственно. Ну что, легко? Вообще, просто.